Happy holiday, happy holiday. May the calendar... Доброе утро! Я не верю, что наступил мой самый любимый, самый праздничный месяц. Это декабрь. Сегодня 1 декабря. Офигеть! Задачи сегодня такие. Первое — это найти новогоднее настроение. Второе — зарядить себя на весь месяц классным настроением, чтобы вот как месяц с самого начала пойдет, так он и закончится. Вот, поэтому я так рада, я проснулась сегодня в хорошем настроении и такая вся счастливая. Поэтому надеюсь, сегодня влог будет классным. Happy holidays to you. Шишка раз. Ещё шишки. Есть пять. Очень интересно. 1 декабря. Мой любимый день. Надо принести батарейки. Тут старые шарики. Например, будет видно. Вон Даша, Даша. Скажи привет. Вот гирлянда. Да, у нас там целый шкаф. Ну какая разница? Мишура, гирлянда, а то и тоже. Правильно? Правильно. Сонь, твои впечатления, Сонь? Пошла проверять. Давай, проверка, Сонь. Опа! На самом деле, я сегодня очень счастливая. Happy holidays! На улице офигеть какой снег. В общем, я пришла со школы, и я так счастлива, я давно не припомню таких дней, вот, и очень стрёмный момент, что темнеет в 4 дня, то есть уже в 4 дня я прихожу, но уже темно, но я сегодня такая счастливая, сегодня первый день зимы, и я очень счастлива, я очень люблю зиму, я очень люблю декабрь. Вот, поэтому я надеюсь, что никакая штука, никакая фигня мое настроение не испортит. Посмотрите на мою свечку, ее, мне кажется, надо дожать, дозажигать, и все, и начинать уже новую.